Практическая психология. В эфире программа «Практическая психология». С вами семейный психолог Надежда Бушмелева. И тему «Отцы и дети» мы сегодня раскрываем с психологом, директором Центра кризисной психологии «Два крыла» Артемом Скобелкиным. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, все радиослушатели, которые нас слышат. Очень рад тому, что меня пригласили сегодня. Постараюсь быть максимально полезным. Я просто в этом даже уверена, Артем, что вы будете нам полезны, всем нашим слушателям, потому что тема «Отцы и дети». Мы сегодня рассматриваем эту тему не с точки зрения, когда говорят, о разных поколениях. Отцы и дети, и они там друг друга не понимают, и конфликты, и ищут точки соприкосновения. Мы сегодня, наверное, посмотрим на эту тему с точки гендерности, да? Ну что да, такое? Мы можем разобрать и с этой точки зрения. Хотя я не думаю, что мы все-таки обойдем стороной тему поколений. Вот. Но мы рассмотрим и с этой важной стороны для каждого, кто, наверное, слышит, каждого, кто является родителем, и каждый, кто является отцом, уж тем более. Итак, отец – это не только мужчина, который тебя, как говорится, породил, да? Это еще и человек, который тебя научил радоваться жизни, да? Может быть, научил, наоборот, не радоваться жизни. Но вот какие самые важные функции должен выполнить отец? И вообще, кто такой отец, вот в вашем понимании? Мы часто говорим о том, что, да и вообще на слуху такая фраза о том, что отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. И я иногда говорю о том, что в своих каких-то выступлениях говорю, что отец — это определенное звание. Звание. Это звание, которого нужно еще быть достойным. Потому что родить ребенка это не так-то и сложно-то, наверное, да? Потому что вот родитель — это определенная должность, родитель. А отец — это звание. Звание, потому что помимо каких-то, помимо всего прочего, что есть у отца, у него есть дополнительная обязанность, у него есть определенное служение перед этим ребенком, он должен, перед своим ребенком, он должен, он буквально обязан. Воспитать его не как придорожный сорняк какой-то, который помимо вот растет сам по себе, да, оглядываясь, озираясь на родителей, а он должен выстроить в нем, дать ему такое видение жизни, такой какой-то образ себя как отца и образ себя как мужчины, чтобы сын, если мы говорим о сыновьях, или дочь, если мы говорим о дочерях, увидела в нем вот того человека, с которым ей дальше когда-то придется быть, и на образе которого она найдет себе своего будущего мужа. По поводу функции отца, да, вот еще, по-моему, у Грибоедова в «Горе от ума» была фраза, когда то ли Фамусов дочери говорил о том, что не надо на другого образца, когда в глазах пример отца. Так вот, у отца основная его задача – воспитать сначала себя, уже потом ребенка. Вот если он это не выполнил, то тогда ему нужно на чуть-чуть вернуться назад и себя воспитать. Потому что в наших детях, в сыновьях особенно, ошибки родителей, ошибки отцов, они очень явно видны. И иногда те отцы, которые приходят к нам в центр на консультацию, они говорят, вот у меня было это, конечно, но не так выражено, а у ребенка вот прямо так, помогите мне в нем это убрать. В себе уберите, и в нем это уберется само собой. Вот. А что потом клиент говорит, ну, как-то неинтересно, мне нужно с собой работать, а вы бы поработали лучше с моим ребенком, и результат был бы. Да, он говорит, мне-то зачем психолог? Вот ему нужен, а мне-то он зачем? По поводу функции отца. Функция отца заключается в том, что он должен дать не просто защиту, да, как это очевидно, да, он должен дать еще вот как раз тот пример, тот образец. Образец отношения, если он воспитывает сына, образец отношения к женщинам на примере отношения к своей супруге. И тогда не нужно уже будет сыну говорить, что знаешь, нужно обязательно вот на каждый там три основных праздника на 8 мая дарить цветы, независимо от того, хочет она этого или нет. Или хочешь ты этого или нет. А просто начать это делать. Да? И тогда уже ребенок он видит гораздо четче, чем слышит то, что мы ему говорим. И он очень хорошо принимает эту модель поведения. И тогда можно уже ничего не объяснять. Тогда можно просто себя вести так, чтобы ребенок это видел. Вот функция отца в том, чтобы являться не образцом вообще всей вселенной, да, а просто прийти к такому пониманию себя, в котором он сам себя устраивает. И тогда ребенок на этом образе, он тоже вырастет достойным человеком. Потому что функция отца – воспитать достойного сына. Или достойную дочь. Задача отца – воспитать достойного сына или достойную дочь. Раз мы заговорили про дочерей, про… У нас же тема «Отцы и дети», да? Мне хотелось бы… Погодите. Не бегите. Вот интересная вещь, когда вы сейчас сказали про то, что отец должен быть образцом.
Да? А вот если, например, ваш отец не был для вас образцом, если дед не был образцом для вашего отца, то просто мужчина, приняв вот на себя эту ответственность, он начинает заниматься самовоспитанием. Да? А где у нас вообще вот эта культура отцовства? Где можно об этом почитать? А где об этом можно посмотреть? И вот, да, получается, что человек, вот мальчик, вот он растет, юноша, может быть, у него есть отец, может быть, у него нет этого отца. Но вот он понимает, что да, отцовство – это, как вы сказали, целое звание. Где я могу этой наукой научиться, обучиться, если, например, нет у меня такого отца? Вот этот вот вопрос, он очень интересный в том плане, что он очень часто, ответы на него, и он находит свое отражение в реальной, в такой практической жизни психолога, любого консультанта, который встречается с людьми, у которых отец, независимо от того, плохой он был, хороший он был, да, у него был родитель, или еще какой-то, ребенок все равно находит свой путь, свои стили поведения, и он вполне может быть достойным сыном у не совсем достойного родителя. Угу. И мы знаем те примеры, когда в пьющих семьях действительно вырастают те люди, которые абсолютно не пьют, культурные, угу. Они вот на этом противопоставлении себя вышли. Угу. И знаете, говорят, свято место пусто не бывает. Вот если ребенок подрастает, сын подрастает, и он нуждается в образе, в достойном образе мужчин. И если он в отце не видит отца, а видит в нем только папу или только родителя, угу. то тогда на место отца он раз и начинает видеть соседа, дядю Васю, угу. да, который вдруг таки говорит, если ты не против, ты можешь тоже мне помочь, да, дособирать мой УАЗик, если ты, мало ли, чем-то не занят. И он уже с этим дядей Васей начинает настолько душевно общаться, настолько духовно с ним начинает быть... Что начинает расти. Что он начинает на его примере брать. Угу. На месте этого человека может быть тренер угу. в той секции, в которой занимается сын. Или любой другой достойный для этого человека мужчина. Особенно если мама, она одобряет их отношения, их вот это вот такие наставнические отношения. Потому что ведь одной из функций отца является наставничество. И когда приходит к нам в центр или ко мне, как психологу, конкретно на консультацию мужчины, с проблемой в отношениях именно с сыновьями, у них всего одно, только один запрос, один вопрос. Он меня не слышит и не слушается. Потому что слушаться – это то же самое, что слышать. Uh-huh. А не слышит чаще всего, потому что для ребенка это знание, которое ему говорит родитель-папа, который просто такой формальный, для него оно не ценно. Мы же не слушаем что-то, что нам неинтересно. И ребенок не прислушивается. А вот во дворе кто-то из сверстников постарше или кто-то постарше сказал, и он уже прислушивается. Для него это очень важно. Так вот, задача отца сделать так, чтобы твое мнение для ребенка было ценно. Об этом мы тоже поговорим. Да? Как же стать авторитетом для своего ребенка, значимым человеком? Но сейчас я хотела бы задать вот какой вопрос. Так как у папы может в семье родиться и дочка, и сын. И, наверное, воспитание одного и другого будет тоже отличаться, как и восприятие отцом того или иного ребенка, да? Да, как восприятие ребенком угу. того или другого стиля поведения отца. Да, да, да. Вот, об этом тоже часто спрашивают, и я тоже об этом часто говорю. И вот частота задаваемых вопросов говорит о том, что это необходимое знание. Угу. Это просто, да, интересно даже. Я просто попрошу чуть-чуть больше времени, мне надо этот... Мы никуда не спешим, замечательно. У нас есть время. Замечательно. Когда в семье рождается мальчик вначале, да, допустим, родился мальчик, то часто бывает так, и, наверное, это нормально, бывает так, что родители начинают его любить по-разному. Вот такой вопрос, на котором слушатели во время лекции начинают сразу шушукаться и говорить, угу. подождите, ну, как же так? Что он себе позволяет, да, этот выскочка, его всегда пустили. Вот, и мы говорим, мама любит сына. Безусловно, любовь. Неважно, сытый он, голодный. Ну, получил он эту двойку по биологии, ну, получил он там еще. Ну, не важно, любит кровиночку свою, роднулечку, любит его просто так. Не нужно никаких условий. Это сын, это золото, это мой человечек. Угу. Отец же любит сына. Иначе он его тоже принимает. Он тоже понимает, что ну да, кровиночка, ну да, роднулечка, но в соревновании между тремя участниками он мог бы занять хотя бы не четвертое место, но хотя бы второе. Ну да, конечно. И тогда бы я любил тебя чуть больше.
Лёг, если я просыпаюсь, как отец, всегда в 6:30, а ты проснулся, там, допустим, почти к обеду, то я тебя начинаю любить чуть меньше, потому что, ну, мог бы пораньше встать, правильно? Uh-huh. И на женских форумах, на материнских форумах, да, часто бывает обсуждение, что вот, мой муж воспитывает ребенка как суворовца или еще что-то. Частая такая трудность, частая проблема. Приходит момент, и рождается в семье дочь. Uh-huh. И вот тут-то все начинает меняться своим, все встает уже на свои места, но иначе. Отец начинает любить дочь безоговорочно, безусловно, как принцессу. Платье угу. любое, надо отвезти без проблем. Купить что-то, все, бежит бегом. Он, а потому мать, что у него появилась любимая женщина еще одна, да? А мать начинает любить дочь чуть-чуть, уже определяются условия. Вот если она за ней вытерла стол уже в седьмой, если дочь вытерла стол в седьмой раз, а за ней все равно приходится перетирывать, да? Угу. Или она вымыла посуду, а за ней нужно еще раз ее промыть с большим усердием, а мать начинает говорить, ну что ты у меня такая, почему безруконькая выросла, да? И уже по отношениях между матерью и дочерью возникает определенный такой воспитательный фактор, когда мать вдруг начинает предъявлять какие-то условия. И тут уже отец говорит, ну чего ты к ней привязываешь? Смотри, какое золото, солнышко ведь мое растет. Uh-huh, uh-huh. Наверное, с позиции психологии, с позиции вообще воспитания, это необходимая такая необходимая ситуация, потому что если оба родителя будут безоговорочно принимать ребенка, он вырастет без границ, без берегов, без понимания, вот, где крайность, куда переходит. Но с другой стороны, если оба родителя будут предъявлять претензии к ребенку, то он вырастет человеком, который будет в любых отношениях пытаться заслуживать хотя бы даже внимание, заслуживать право быть услышанным, заслуживать право в жизни и просто жить. Просто существовать. Угу. Да, бывает, к сожалению, так, что в семье нет отца. Ну, возьмем ситуацию, но угу. нет отца в семье. Угу. Ни родителя, ни отца в плане воспитателя. И получается так, что мать, она же, конечно же, вынуждена воспитывать дочь, да, или сына, и она берет на себя одновременно безусловную функцию любви к сыну и обусловленную функцию, и начинает запутываться окончательно. Это получается, что женщина сама не понимает, какую она роль играет, да? Да. Для чего вот эта вот такая вот полуролевая ситуация, когда мать имеет определенные условия к своей дочери, отец, условия к своему сыну, для того, чтобы вот сын старался как-то соответствовать, для того, чтобы не просто сын тянулся к отцу, но и отец тянулся к сыну. Он uh-huh. видит, что да, папа меня уважает, мне нужно соответствовать. Или дочь говорит, вот теперь мама сказала, что я умница, да, я хорошо это все сделала. Но вот смотрите, если отец воспринимает дочь не как принцессу, а как парня, да, который, да, такие тоже ситуации бывают. Который должна встать в 6:05, угу, и в 6:07 угу. должна быть заправлена, да, кровать. Пацанка такая, да? Пацанка. Так, она должна слушаться меня, потому что я, вот, например, даже далеко ходить не надо. Часто бывает так, что мама ушла из семьи, там, да, угу. и создала другую семью, да, а дочка выбрала, что она осталась с папой. Да, угу. вот как раз те самые ситуации. То вот в этой ситуации без. Нарушенная, безусловная любовь отца к дочери, и угу. она стала обусловленной, и вот в следующих отношениях, в отношениях с мужчиной своей жизни, эта дочь угу. выберет того человека, который будет в ее отношениях к ней предъявлять претензии. Претензии. И вот такой мужчина с претензией к ней, он будет ей восприниматься почему-то ближе, хотя она будет всю жизнь с ним страдать, мучиться. Страдать, может быть, даже, да? Чем тот человек, который принял бы ее безоговорочно, потому что это не тот уровень уже получается какой-то. То есть давай вот сейчас такой промежуточный итог подведем, да? Чтобы гармонично воспитать мальчика, если мы сейчас говорим про полную семью, да, мама должна что делать? Безусловно, принимать его, а папа будет... Да, хочешь ты этого или не хочешь, все время с линеечкой к нему подходить. Да, воспитание матери и воспитание отца, они вот если в очень упрощенной форме, да, угу. у отца это любовь и строгость. Любовь и дисциплина. Да, любовь и дисциплина. Угу. А у угу. матери это любовь и принятие, любовь и забота. Любовь если и забота. Сын понимает, что отец ему сказал, ты это не выполнил, поэтому я вынужден сегодня тебя не взять с собой на хоккей, не взять с собой туда, в гараж, где мы будем собирать там твой любимый... Угу. или мой любимый мопед, да, угу. вот, то мать в этот момент, она может сына обнять, если он маленький, сказать, ну вот, ну не переживай, в следующий раз тебя отец возьмет. Угу. Ошибкой с точки зрения мамы или ошибкой с точки зрения отца было бы, если бы один начал говорить, что ну чего, возьми его, угу. или ну что ты к ней придираешься, давай, дочь, можешь ничего не перемывать, оставь все, все нормально, да, когда они начинают друг другу конкурировать в воспитании. Но правильной ситуации, да, мы же говорим про правильный момент, когда они, родители, придерживаясь общей такой стратегии, да, даже общей стратегии воспитания, каждый начинает выполнять свою функцию. И тогда отец
вернее, сын от отца нормально воспринимает какие-то упреки, да? Мы же от своих начальников воспринимаем нормально, если какой-то есть к нам придирка. А вот от своих подчиненных мы не так это хорошо воспринимаем. Или от равных нам. Угу. Так вот, если мать начинает сына вдруг как-то наказывать, он не воспринимает это. Он единственное, что сын понимает, что меня как сына не любит мама. То есть только принятие, да, в состоянии, что не любит. Поэтому лучшее, что может сделать женщина в отсутствии отца своего ребенка, неважно, в живых ли, в обществе ли, вот рядом его нет, допустим, да, лучшее, что она может сделать в воспитании своего сына, это дать ему свою безусловную любовь и вместе с этим дать ему рядом образец того мужчины, от которого уже сын сам сможет принять вот это вот, с которым он будет общаться. Хорошо. Давайте глубоко попробуем. Глубоко мы с самого начала, да? Ну, это пусть будет глубже. Этим и интересна наша программа. Артём, если, например, женщина решается выйти замуж второй раз, а в браке, ну, а у нее уже от брака, от первого, например, осталась там дочка и сын, да? Как правильно мужчина и как вообще должен вести себя вот тот мужчина, будучи, можно сказать, отчим, да, чтобы развернуть в свою сторону детей от предыдущего брака? Сначала про вообще, то, что может быть ошибкой. Да, давайте. Да, представим, что у нас, как у сотрудников любой из организаций, вдруг наш начальник куда-то ушел, а пришел какой-то человек, внешне похож на начальника, он говорит: так, вот ты будешь делать теперь это, а ты будешь делать то, и попробуйте мне слово сказать. Да, и я буду сидеть в том же кресле, в котором сидел папа. Да, и Юлечка, принесите мне, пожалуйста, чай, да? Да. В этот момент есть, конечно, люди, которые скажут: ну, что делать? Ну, сменился начальник, ну, нам надо просто принять. Да? Дети так не поступают, потому что дети, они искренние такие существа, искренние живые души, они говорят, что подождите. А кто ты такой? Да, то есть сын, он может тогда слушать человека, когда тот обладает каким-то авторитетом для него, наставником для него. Отец для сына, он свой. Человек, взявшийся откуда-то, он для него конкурент. Потому что ведь до этого очень такая жесткая сцепка «я и моя мама», и вдруг появляется какой-то человек, да, который считает сейчас себя таким страдающим центропупием и считает себя сейчас центром нашей семьи, который начинает командовать всеми, и мамой, и мной начинает. И сын, если он чуть-чуть постарше, он начинает жестко очень конкурировать, отстаивая и свою самооценку. Он же является защитником своей мамы. Кто этот человек? Его же надо сначала проверить. И дети начинают проверять, и проверяют они очень жестко. Они говорят: ты вообще кто такой? Я тебя не буду слушать. Но ребенок же он... Вы знаете, если дети, они одновременно протестуют, но они и боятся нас. И я их прекрасно понимаю. Если бы рядом со мной, неважно, чем, какими искусствами там боевыми я бы не обладал, стоял человек под 3 метра ростом, и он бы меня мог вот так вот ногтем просто стукнуть, я бы улетел в другой конец комнаты, я бы задумался, да, что говорить. И ребенок не говорит ему, что я тебя ни во что не ставлю, он просто его не слушается. Не слушается, вместе с этим он готов к тому, что этот отец, что этот мужчина, который пришел, какой-то дядя, да, что он начнет себя проявлять как отец. Потому что сын в глубине души нуждается в этих отношениях. И самую глупейшую, наверное, ошибку, которую может сделать начальник ли новый, пришедший, да, это начать строить подчиненных сразу же, не являясь еще авторитетом. Просто люди уйдут в глухую оборону. И так же происходит. Пришел новый отец и говорит: все, теперь я тебе командую, с этого дня ты туда ходишь, а туда не ходишь. Ребенок раз и пропадает из квартиры. Он теперь протестует, и уже его не будет очень сложно развернуть это внимание. Сторону. Да. Как сделать так, чтобы человек был авторитетом? Как стать авторитетом этому мальчику? Дело в том, что, вообще, вот интересно, вот сейчас то, что ты будешь рассказывать, это относится только к отчимам, или вообще как стать авторитетом, это могут смело слушать уже и отцы, да? Это относится к любому мужчине, у которого есть ребенок, у которого есть сын. Потому что вот представим, ну, конечно же, мы вначале заговорили про поколение, про разность поколений. Сейчас поколение тех детей, которые сейчас растут, они отличаются от нас, как и мы отличались от того поколения, которое было до нас. Это будет испокон веков. Вот. И, конечно же, мы не понимаем, да, что им такого интересного в их гаджетах, что им интересно в их каких-то там очках компьютерных и прочих вещей. И поэтому мы остаемся как будто бы по свою сторону. Мы говорим: ой, поколение растет, ничего им не надо от нас. Да? Хотя это же самое мы слышали от наших... И себе. Да.
Так вот, основная задача — стать одним из его команды. Угу. Вот одним из его команды. Когда вдруг отец подходит к сыну и говорит: слушай, а вот там про очки ты тогда говорил, а у каких лучше разрешений? Я просто тут хотел бы посмотреть просто. Угу. И он говорит, знаете, а сын начинает другими глазами на меня смотреть. Или сын увлекается, допустим, сноубордом. Угу. И вдруг отец говорит: знаешь, в моем возрасте, наверное, не катаются уже такие динозавры, как я. Давно. Но я бы хотел попробовать. Ты бы что мне посоветовал? Ты бы что бы мне сказал, да? Когда вдруг сын говорит: смотрите, а он тоже ведь какой-то в моей вот. Самое интересное, что не дети от нас отходят, мы от них отходим. Мы говорим: мало еще, куда ты лезешь, господи, куда ты лезешь еще? Вот для тебя еще не время, да. Основное поэтому. Поэтому основное правило для человека, который хочет стать авторитетом своему сыну: услышьте, что ему интересно. И попробуйте в этом чуть-чуть побыть. Чуть-чуть. И когда вы, знаете, вот просто наберите даже в интернете, в любом из поисковиков, отец и сын. Да. И если это будет картинка в позитивном плане, то вы увидите, что отец и сын делают что-то одно. И это одно не является делом отца, а является делом сына. Вместе на сноуборде. Вместе занимаются какой-то детской ерундой, на наш взрослый взгляд, которую интересно обоим делать. То есть нужно прежде всего, чтобы тебя услышали, сначала увидеть друг друга, да? Да. То есть мы вот на уровне даже глаз сначала должны с ребенком общаться. Да, есть такое правило. Если ребенок протестует, замечательно. Хочешь предотвратить восстание, возглавь его. Хочешь предотвратить протест, вместе с ним вперед на эту самую... На абордаж. На абордаж, да, своих же собственных отношений. И вот благодаря этому достаточно легко сделать так, чтобы отношения отчима с сыном стали лучше, гораздо лучше и гармоничнее, отношения не совсем достойного родителя с этим ребенком. Вот в такой ситуации зависит ли влияние мамы на ребенка? Если мама говорит, что я вот люблю этого человека, да, поэтому он сейчас со мной рядом, поэтому сейчас мы будем жить вместе. Или же она очень так спокойно, осторожно, немногословно просто ввела этого человека в семейное гнездо, не объясняя ничего. Вот, например, есть такие даже истории, да, из жизни. И причем они очень чисты. Угу. То есть я, говорит, не мог понять очень долгое время, почему этот мужчина из раза в раз приходит с нами ужинать, да? У сына, независимо, 8 ему лет, 12 или 16, у него есть определенные отношения с мамой. Угу. Он понимает, что независимо, вот нападет какая-то собака на нее, я мужчина на данный момент рядом с ней, я ее защищаю. Угу. Когда вдруг из раза в раз появляется другой мужчина какой-то, который вдруг начинает задерживаться, который вдруг начинает какие-то требования предъявлять, вымыть за собой посуду, почему ты не слушаешь свою маму, она же... Ребенок начинает защищать не только свою самооценку, но и свою маму. Угу. Он говорит: знаешь что? Да, угу. Помните, как вы там, дядя Петя, вы дурак? Он начинает говорить, что он начинает вставать вот в этот самый, в протест. Угу. И все, что может сделать мама, она может показать, что ей с этим человеком так же хорошо, как и со своим сыном. Таким образом она покажет: смотрите, вот вы вместе, вы два мужчины, которые делают мою жизнь спокойной. С вами я чувствую себя как за каменной стеной, как за каменными стенами. И с вами мне очень хорошо. Одним, вот этой одной фразой она дает им такой уровень вот ответственности за себя и такой уровень одновременного принятия друг друга, что этой ситуации все решается. Я, наверное, сейчас скажу такую фразу, которая, она универсальна для любой темы, на которую бы мы ни общались. Так. Вот смотрите, есть правило мужского и женского поведения. Оно универсально, поэтому очень общее такое. Угу. Мужчина делает дела, а женщина создает условия для дел, который будет делать мужчина. Угу. Если она хочет, чтобы сын принял этого мужчины, она ему не говорит: так, давай мне руку, я отведу тебя и познакомлю с этим человеком. Она создает условия для того, чтобы они подружились. Создает условия для того, чтобы тот мужчина, который будет с ней дальше, чтобы он принял ее ребенка. Принял не самого, а ответственность за его ребенка. Угу. Потому что суть мужчины – это ответственность. Угу. И вот это вот создание условий, вот чем должна заниматься женщина. Дела пусть делает мужчина. Угу. Если мы сейчас вернемся к теме наказания и поощрения, ведь вначале в самом вы сказали о том, что функция мужчины вообще, да, это еще и воспитательная функция. Впрочем, как и женщины, да. Но мне кажется, воспитываем мы с вами по-разному. Женщина. Да, мы действительно воспитываем по-разному. Если женщина, она
ограничивать. То есть вот в чем смысл наказания? Угу. Потому что где бы мы ни говорили, где бы я как лектор не выступая, не говорил чуть-чуть, хотя бы слово наказание, сразу поднимаются руки. Да, как угу. говорила моя школьная ученица, лес рук. Лес рук. Угу. Поднимаются руки и спрашивают, а как правильно тогда наказывать? Да, с таким... И вообще, что такое наказание сейчас? Вот давай тоже сразу же в понимании твоем. Да, хорошо. То мы пойдем с такого негативного понимания в сторону позитивного. Угу. Как угу. Сначала того, как неправильно и как правильно. Типичный пример. Сына наказали за что-то, и никто не понял, за что его наказали. Самое главное, что его наказали, сказали, ты не пойдешь туда, куда хотел. И он не понял даже, за что его наказали. И он не понял, и родители не поняли, а правильно ли он поступил. Потому что почему-то наказание сейчас воспринимается как какое-то действие карательное. Угу. Карательное действие. Ребенка спрашивают, за что тебя наказали? Ну вот я так поступил. А как бы ты мог поступить в этой ситуации? Допустим, один мальчик в классе, его очень сильно унизили перед той девочкой, которой он не безразличен. Угу. И он из-за этого взял и стукнул своего противника куда-то в нос, у того потекла кровь. Дело необычное, но все равно такое бывает среди мальчишек. Часто, я бы сказала. Вызвали отца, отца наругали, отец пришел домой, наказал сына, наказал очень строго. И потом, когда мы разговариваем с отцом, я говорю, за что наказали? Он говорит, ну вот, он взял и ударил в нос. Я говорю, а как он бы мог поступить в этой ситуации? Как правильнее поступить в этой ситуации? Он говорит, ну, не знаю. Я говорю, а вы бы как поступили, если бы вас при вашей там супруге оскорбили вот так? Он сказал, да я бы в нос дал. Так ваш сын дал в нос. Как ему угу. правильно поступить? И за что тогда ты его наказал? Говорит, а я его что, зря наказал тогда, получается, что ли? Угу. Я говорю, ну, не зря вы не сказали, как надо. Наказание от слова «наказ». Наказ – это наставление. Ну, мы помним, да, наказ молодым во время свадьбы. Uh-huh, то есть наказ uh-huh. – это наставление. Но если наказание имеет только карательную часть, но не имеет наказания, его нет смысла было делать. Потому uh-huh. что кроме обиды у ребенка ничего нет. Заметьте, как не мы, а люди, которые не совсем еще углубились в это воспитание, в разумное, да, как... Некоторые люди говорят ребенку, не лезь, не делай, не ползи, упадешь, не иди. То есть мы говорим, что не надо делать, но мы почему-то не говорим, как надо. Угу. А ведь суть воспитания – дать образ, дать угу. образец, делай так в этой ситуации. Если ребенок знает, что мой бы отец так никогда не поступил, то в какой бы потом он компании не был, в компании, где люди вдруг говорят, а давайте что-нибудь выпьем такое, а давайте что-нибудь понюхаем, или давайте что-нибудь вколем себе, да? Угу. Тут отец, сын сказал… подумает, что мой отец бы так не сделал, мой дед бы так не сделал, и я, наверное, пожалуй, пойду куда-нибудь поближе к отцу, да, угу. к своему домой. Потому что вот образ «как надо», вот это неотъемлемая часть наказания. Да, просто бить по рукам и говорить, что ты все сделал неправильно, это, ну, ничего, это пустота. То есть, если вы вдруг решили, что вы имеете право наказать ребенка, то вы должны понимать, да, это вывод такой подвожу, да, то вы должны понимать, что наказание состоит из двух этапов. Первое – это озвучить, что было неправильно, угу. и второй этап – это дать понять, а как было бы правильно. Как было бы правильно? Вот давайте еще раз пример. Например, uh-huh. вы как руководитель, допустим, отдела очень важной какой-то организации, какой-нибудь банк, uh-huh. да, вы наняли на работу администратора или кого-нибудь, кто занимается самым важным делом, он просверливает в бумагах, чтобы вставить его потом в эту папку, просверливает в нем дырки. Очень и вы взяли важный. Человека, uh-huh. да, и купили ему новый стол, такой лакированный. Эта девушка села, взяла эту дрель uh-huh. и просверлила вместе со столом во всех четырех местах, в котором было. Вы uh-huh. ее можете наказать? Можете. Сказать, ну что же ты, неужели ты не знала, что это? Но ведь она не знала, правильно? Uh-huh. А если она раз за разом, день за днем, все сильнее и сильнее сверлит, все больше и больше диаметром, этот и все другие столы, это будет другое наказание, другое. С детьми точно так же. Если он не знал, как поступить в этой ситуации, и не знал, потому что ему кто-то, зная, что это отец, не сказал, uh-huh. то в этой ситуации мы делаем больше наказа, но меньше аскезы, меньше вот этого карательности. Угу. Но если раз за разом все больше и больше вот это состояние упорства, я все равно буду делать, я буду просверливать этот стол, чтобы они все знали. То тут надо задавать себе вопрос, да, почему он тебя вызывает на эти эмоции? И для чего? Для Не чего? Для того ли, чтобы ты обратил на него больше внимания? Угу. И вот понимаете, суть наказания, оно должно быть как-то, оно должно быть... как у нас говорят у психологов, конгруентно, соответственно, зеркально, что ли. Вот если, допустим, ребенок взял не свое, то у него можно взять то, что он считает своим на какое-то время.
принцип аскезы в том, что это ограничение чего-то. Почему преступников садят в те камеры, в которых и прохладненько, и очень мало удобств, и все как-то ограничено. Да, потому что его лишили тех свобод, которые у него были изначально, потому что он на чужое покусился. Раз ты покусился на чужое, то отдай чуть-чуть своего. И вот так же воспитание сына. Если это сделано правильно, если это сделано мудро, то сын или в данный момент, или чуть позже он скажет правильно. Это было правильно, потому что сейчас я вырос другим человеком. Хорошо. Знаю, что сейчас слушают нас очень многие родители, да, так виды вот этой самой аскезы. Какие сейчас приемлемы в современном мире? Для того, чтобы меня люди высокодуховные не критиковали за неправильное употребление слова аскезы, потому что аскеза — это все-таки добровольное ограничение. Да. Вот. Ну, мы же не можем говорить кезы, допустим. Да? То есть мы будем говорить карательные определенные меры, какой-то вот такой мера, чтобы человек... Да, ответственность. Чтобы он прочувствовал свою ответственность. Вот если раньше, когда-то, очень хорошо действовал принцип кнута и пряника. Сделал правильно — получи пряник. Сделал плохо — и пряник отдай, и кнутом получи. Да? То на данный момент лучше всего действует другая схема. Это пряник и отсутствие пряника. Пряник и отсутствие пряника. Прямо я повторю это. И мы вместе понимаем, да, ребенок нуждается в том, что постепенно дети, они начинают этот пряник все больше и больше просить. Они говорят: а я молодец, что я сам зубы почистил, а я молодец, что я сам в туалет сходил, сам, а я молодец, что это сделал. Ты-то изначально, ты всегда молодец, ты всегда нормальный, поступки разные. Вот если родитель, наказывая ребенка, наказывает поступок, оценивает поступок, а не самого ребенка, то... В этой ситуации ребенок чувствует себя... Ну вот смотрите, сказать, что ты... Какой же ты у нас бестолковый. Мы тебе 10 раз говорим, и все как об стенку горох. Это один стиль поведения. Второй стиль поведения — сказать: надо же, какой... Ты же такой смышленый мальчик, ты такой смышленый парень. Да, ну, все ведь у тебя получается, а тут раз, и у тебя какая-то вот такая загвоздочка. Не самое достойное поведение, да, для такого, для такого юноши, да, подрастающего. Мы не говорим, мы оценили его поступок. Мы не его пристыжим, в нем будет внутреннее ощущение, что что-то не так, и во мне, и в моем поведении. Но родители меня всегда принимают. Вот. В этом небольшая какая-то есть разница, если... Так, то есть мы всегда, во-первых, да, оцениваем, значит, не самого ребенка. Ребенок для нас всегда, мы его, женщина, да, любим, безусловно, да. Мы оцениваем поступок или то, или иное событие, которое произошло. Да, вот сын – это отражение отца. Как бы отцы не сопротивлялись, это отражение отца. Если сын ковыряется в носу, значит, отец тайком где-то тоже ковыряется в носу. Как сделать так, чтобы... Ну, такая очень примитивная схема. Как сделать так, чтобы сын не ковырял в носу, самому перестать, независимо от того, видит это сын или нет? Ну, тогда, если мы сейчас рассматриваем сына отец, то ведь, в принципе, если мать истерит по вечерам по поводу двоек, то и в итоге и сын, и дочь тоже будут истерить, но по каким-нибудь другим поводам. Для них это нормальный, для них это становится нормальным. И некоторые женщины говорят: знаете, я уже на него кричала, я уже его бью. Мне уже самой больно от того, как я его там, допустим, ударяю, да? А ему как об стенку горох. Потому что постепенно ребенок к этому привыкает, но уже не воспринимает как что-то важное. Чем громче кричит родитель, допустим, если мама кричит на сына, это... Ну, понимаете, кого он в будущем себе выберет в жены, да? Истеричную женщину. Мы говорим: а как же так? Ведь у нас действительно дети рождаются в семье, где отец пьет, где мама вынуждена 5 работах работать и вся устала приходить. Так вот, пусть жены и пусть мужья, которых они выберут, компенсируют им недополученную любовь. Но с такими вот... И у них тогда будет, если отец к дочери испытывал постоянно неприязнь или постоянно какую-то условность своей любви, вот если ты это сделаешь, да, то тогда, тогда я тебя хотя бы подпущу к себе. Вот пусть в ее жизни встретится мужчина, действительно, который бы на руках носил, говорит: ты моя принцесса 34-летняя, да, 80-килограммовая, которую я буду всегда с собой носить, потому что мне хорошо от того, что ты рядышком. То это компенсирует, сотрется. Со своим мужем или со своей женой мы находимся гораздо больше, чем со своими родителями. Но родители создают этот образ, от которого, помня про семьи, допустим, алкоголиков или семьи, ребенок все равно он выйдет в какое-то свое плавание со своим этим пониманием. У него все равно есть свой путь. Он не приговорен к тому, чтобы повторять сценарий родителей. Да. Итак, продолжаем программу «Практическая психология». Сегодня тема «Отцы и дети», на мой взгляд, очень увлекательная тема. У меня в гостях психолог Артем Скобелкин. Артем, вот сейчас предлагаю немного... поразмышлять, да, такой экспресс-вариант.
Что мне понравилось? Ну, вот, например, я зашла в интернет и решила посмотреть, какие вообще рекомендации дают современным родителям. И прежде всего отцу. И вот, например, приходит такое, что да, отец, он должен всячески приучать ребенка к дисциплине. Ну, то, в принципе, о чем мы с тобой и говорили, да. Должен, слово такое, должен. Мама тоже должна. Мама тоже должна. Я бы, наверное, не стал. Так выделить слово «должен», потому что у отца есть долг. Если мужчина готов к принятию этого долга, он становится отцом. Вот. А, да, отец должен приучать к дисциплине, но он должен приучать к самодисциплине, потому что лучший сотрудник – это тот, кто работает хорошо и без нашего стояния за спиной, а лучший, наверное, не лучший, домочадец. А просто тот сын ответственен, который и в отсутствии отца, он несет эту ответственность и заботу за тех людей, которые в этой заботе нуждаются. Другое дело, что отец должен как-то создавать условия для этой ответственности. Но для этого и отцу нужна ответственность, потому что самое главное, что дает отец сыну, ответственность. Мать, воспитывающая ребенка, сына, без отца, она ему эту ответственность при всем желании дать не может. Как бы ни старалась, и вырастает безответственный сын. Ну, как прямо печально слышать это. Ну, для этого существуют мужчины рядом, которые дадут ответственность. Дадут ответственность того, вот знаете, чем отличается 8-летний мальчик от 12-летнего мальчика? Чем? Уровнем своего, диапазоном своей свободы, правда ведь? Но вместе с этим и диапазоном своей ответственности. Он может уже гулять до 10, до 9 часов вечера, но он должен позвонить. Он может предупредить. В 18, в 16 лет он может поночевать у друга, но он должен предупредить, что он ночует у друга. Больше свободы и больше ответственности. Так вот, задача отца сделать так, чтобы сын постепенно эту ответственность брал на себя, причем брал добровольно. А не боялся, да? И не отскакивал от нее? Он говорит, папа, можно я вот после гулянки вот в этом во дворе сам зайду и куплю нам вечерний кефир? Можно? Отец, он говорит, хорошо, конечно, купи нам. Как раз мы же каждый вечер пьем этот кефир перед сном. И сын взял, сходил и купил. И он идет гордый. Представьте, сам купил кефир в первый раз. Приходит, дает отцу этот пакетик. И тот говорит, ты чего? Неужели глазами своими не глядишь? Купил просроченный 3 дня ему уже этому кефиру. Пойдет ли ребенок еще раз за этим кефиром? Да нет, конечно. Ну, я бы не пошла. Я бы не пошел. Сам ходи и сам, пожалуйста, и смотри. Поэтому отец дает ответственность, но он делает так, чтобы эта ответственность была желаемой. Отец с 5 лет, берущий сына с собой везде, неважно, работа это, заседание это, рыбалка это, просто машину поремонтировать или просто куда-то погулять. Съездить по делам. Они находятся в отношении вот между ними гораздо ближе, чем человек, который, ой, да что он будет со мной там делать на этом скучном, да, что ему там ездить по этим дорогам, зачем ему там быть, эти комары его искусают. Быть рядом и показывать, что эта ответственность мужем, да, отцом берется добровольно. И тогда и сын будет охотно, добровольно это брать. Мама, это я сам сделаю, говорит он. И мама говорит, смотрите, как начинается, да, интересно. Ну вот смотри, да, следующий совет или рекомендация. Помогите детям учиться на собственных ошибках. То есть мы сейчас что стараемся, да, делать? Объяснять, что ну, не надо совершать эти ошибки. А иногда надо дать детям эти ошибки совершить. Дать возможность ему попробовать сделать это личным опытом. Чужой-то опыт, чужой опыт, он всегда требует какого-то своего подтверждения. Если мы ребенку скажем, знаешь, сын, не надо лизать. Да, допустим, холодные качели, языком скажет, а что будет? Да, там он прилипнет. Прилипнет, скажет сын. Я скоро приду, да? Он говорит, приходит не скоро. Вот. А дать возможность вместе с сыном взять чайничек тепленький и прийти с ним и сказать, есть такой интересный трюк, можно языком лизнуть, да, и посмотреть, что будет. Но он примерзнет. Человек попробует, ребенок, да, и потом раз и помочь ему. Вот это определенный, знаете, но тут нужно, чтобы понимание окружающих было в этой ситуации. Как проще всего отучить ребенка пользоваться спичками? Так. Дать ему возможность этой спичкой чуть-чуть, маленько обжечься, и когда он ее бросит вот на этот железный поднос, понять, сказать ему, знаешь, а вот если бы здесь была куча бумаг, то тут бы так просто не потухло. Дать ему возможность это сделать, потому что кто бы нам, взрослым, не говорил, что и ни в коем случае не заходите вот в этот кабинет. Да? Первое, куда мы пойдем, в этот кабинет. Надо же посмотреть, что нужна ответственность. Ответственность, которая не всегда выглядит как запрещение, как запретительство. Очень, вот знаете, очень важная, глубокая мысль. Отец тогда может вот это вот включить себя в воспитание ребенка, когда он будет понимать. Вот сидит сын на коленях у отца. Это очень важная мысль. Это важнее вот этой мысли за время до передачи не будет и не было. Если отец понимает, что когда у него сидит сын на коленях, вместе с этим на его коленях сидит его внук, внуки,
его правнуки. Потому что его праправнуки, он наполняется вот особой ответственностью, что он скажет этому сыну. Потому что этот сын потом своему сыну это скажет, а тот сын своему сыну. Вот если отец понимает, что любое оброненное слово сейчас, неважно это «отстань, не мешайся», да, или «ай, позанимайся чем-нибудь, мне тут нужно немножечко дописать свою что-нибудь». Дочитать в интернете что-либо. Дочитать очень интересную, никому не нужную информацию, да, то ребенок потом он поймет, что ну вот так. Тогда отец может сыну дать возможность для роста, когда он будет понимать ответственность. Ответственность, которую потом сын возьмет сам на себя. Он скажет: пап, давай я сам съезжу туда, давай я это сделаю, можно? Он говорит: ну, конечно, тем более ты уже к этому готов. Да, слушай, мне это нравится мысль. Сегодня надо будет ее озвучить своему супругу. Ну что, еще и дальше идем, да? Будьте примером для подражания. Вот вроде бы слово такое, подражание, да? Быть примером для подражания. Часто ли ты являешься примером для своего сына? Для своих сыновей, наверное, уже будет сказать правильнее. Я искренне надеюсь на то, что в какой-то момент времени, в трудный для себя момент выбора, мой ребенок, мои сыновья, да, они подумают, а как бы поступил отец. Вместе с этим, с учетом того, что я-то себя знаю гораздо больше, чем они знают меня, я понимаю, что я не являюсь истиной в последней инстанции, и я иногда веду себя не совсем верно. Вот. И, конечно, бы же хотел, чтобы они пользовались не только моим мнением, моим образцом поведения, но и своим пониманием, пониманием, как бы правильнее вообще это было сделать. Но я стараюсь сделать так, что, вот знаете, вести себя так, как будто если бы на меня смотрел мой отец и мой сын. Не просто я тут один взял и втихаря, да, вот. И втихаря что-то сделал, а когда я понимаю, что на меня смотрит и мой дед, и мой отец, и мой сын. Как бы я себя тогда повел? Потому что и мой сын в ситуации, когда он окажется один перед ночью, перед открытым холодильником, он тоже пусть представит, что я вижу все это, да? Хорошо, хороший пример. Итак, признавайтесь в своих ошибках. Еще один совет, который дается родителям, да, признавайте в своих ошибках. Вот дети должны знать, что родители имеют право на ошибку. Дети должны знать, что родители – это люди. И ошибаются. И ребенок тоже люди. Что родители – человеки, и он человек. Вот. А человеку свойственно ошибаться. Знаете, есть такая отговорочка, ну что уж поделать, я человек, а человеку свойственно ошибаться. Человек, тогда человек, когда он признает свои ошибки, когда он говорит, да, вот я это сделал, но это было ошибкой. И благодаря этому я понимаю, что так бы лучше делать нельзя. И когда отец говорит ребенку, вот делай так, ну просто из-за того, что так вот надо делать. Ребенок пытливым умом, он спросит, а почему так надо делать, а почему не иначе? И тогда отец говорит, ну попробуй тогда... По-другому. По-другому, да. Но я когда делал по-другому, то это сверло у меня вылетело, я еле его нашел потом после этого. Да? Желательно бы сделать вот так. Хочешь по-своему? Без проблем. Но одень, пожалуйста, шлем, одень перчатки, одень на себя бронезащитный костюм и делай, как я делал без него, без этого костюма. Не ждите от детей чего-то чрезмерного. Вот это, кстати, наверное, больше тема папы, да, отцовства. Потому что мама, хотя ты и говорила о том, что мама же девочку любит по-другому. Я не могу тут с тобой спорить, потому что у меня тоже два сына, да. Но мне кажется, что я бы любила и того одинаково, безусловно, да. А вот мне кажется, отцы, они как раз вот подходят ко всем детям с той самой линейкой, что ты... Да, я хочу, чтобы ты и мои еще там амбиции осуществил, там еще что-то, то, что я еще не успел сделать и не смогу, может быть, сделать, да? Вот, вот знаете, мужчины чаще ждут от сейчас в сети набирает почему-то, да, популярность. Моя двухгодовалая лекция называется «5 ошибок любящих родителей». И там на протяжении 50 минут, которые я говорю лекцию, я постоянно возвращаюсь к одной и той же фразе. Самое главное из этих 5 ошибок, да из 10, из 20 ошибок родителей, в том, что они говорят, мой ребенок – это мой проект. Моя машина – это мой проект, моя организация – мой проект, и мой ребенок – мой проект. Я хочу, чтобы он, в конце концов, возглавил мою корпорацию, которая 60 лет развивал. Ну, конечно, да. Или вообще пошел по моим стопам. А ребенок говорит, знаешь, папа, вот мое – это фотографировать бабочек. Он говорит, забудь. Никому не говори, и никто это не слышал. Я тоже этого не слышал. Не позорь меня, пожалуйста. Только возглавление корпорации. Так вот, основная ошибка в том, что мы считаем, что ребенок мой проект. Задача – ребенок – это гость. Вот дай воспитание, востребованное питание, которое ему необходимо. Дай ему кров, дай ему заботу, защиту. И потом будь готов отпустить его. Потому что он пришел... Знаете, вот
они, конечно же, наши дети, наши сыновья. Но как наши, да, это мы их родители, а они дети, которые пришли вот в этот мир, стали старше, и сказав нам счастливо, да, мы будем всегда рядышком, но мы живем своей жизнью, отошли потихоньку в свои семьи, заботясь, конечно же, о нас. Так вот, умение сказать, ты неправильную девушку нашел, ты неправильно нашел работу, ты неправильно это себя ведешь, неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброды ешь, да? Угу. Это его право. Мало ли так, а вдруг так вкуснее? А вдруг это настоящая жизнь, то, что хочет он сделать? Однажды на одной лекции я рассказывал о том, что вот, представьте, там, знаете, надо дать детям свободу, сыновьям свободу выбора. И одна женщина в конце зала, она вот так сидела на меня, смотрела строго-строго, а потом я говорю, а есть у кого-то вопросы? И ни у кого нет. Она руку поднимает, я думаю, ну все, Артем, пришел твой звездный час. Uh-huh. И она говорит, вот вы так все хорошо говорите, но представьте, что чей-нибудь сын вдруг взял бы и пошел бы по бочкам по мусорам собираться. Вы... Что, его отец тоже должен сыну сказать, что давай, это твое дело? Это твой выбор. Да, я, наверное, секунды три помешкался, а потом думаю, а знаете что, и говорю я ей. Вот если этот отец возьмет вместе с этим сыном, хотя бы полчасика пройдется вместе, ну мало ли там действительно круто, ну мало ли действительно очень интересно, увлекательно, пройдется с ним, то, возможно, этот сын больше никогда и не пойдет. Это же тоже своеобразный протест. Вот принять путь сына, принять путь дочери, принять путь своего ребенка как тоже верный, угу. и пройти шажочка два по этому пути, это означает дать возможность ребенку, если этот путь – это протест, из этого протеста уйти в принятие в какое-то. Дети – это новое мы. Дети – это лучшее, наверное, мы. Но говорить ему, знаешь, так-то, вот, когда ты вырастешь, ты должен быть лучше, чем я. Вот по этим вот 8 критериям из этих 10. То это было бы неправильно, потому что мы ребенку ограничиваем путь, обрезаем ему все возможности, с которыми он, собственно, и пришел в этот мир. Ну и, конечно же, в завершении программы хочется, наверное, еще такую мысль озвучить. Даже если в вашей семье, например, родители расстались, да, мать с отцом могут перестать друг для друга быть мужем и женой, да, но никогда ваш отец не перестанет быть для вас отцом. Да, эта мысль очень верная в том плане, что отец не... Родитель может быть не взять на себя отцовские функции. Но есть тот отец, тот духовный ли отец, тот душевный ли отец. Отец, который возьмет ответственность за себя и возьмет воспитание за себя. Угу. А женщина, наверное, было бы правильнее женщине в какой-то момент задуматься, кто воспитывает моего сына. Дочь я воспитаю сама. Да? И есть люди, которые говорят, ну, воспитанием дочерей моих занимается жена. Но женщина должна понять, а кто в данный момент воспитывает моего сына. Если его воспитывает телевизор, или определенный канал в этом телевизоре, то она должна быть понимать. Вроде бы канал неплохой, пусть воспитывает, но на этом канале показывают рекламу, не самую приятную. Угу. Пусть воспитывает интернет, она говорит, но и в этом интернете есть те ролики, которые могут свести с ума любого человека. Женщина должна понять, кто воспитывает ее сына. Если это тот человек, с которым они до вечера крутят гайки в старой какой-нибудь ржавой буханке, ну, прям вот он приходит с глазами горящими, я и завтра пойду, то это нормально. Если она понимает, что сын предоставлен сам себе, то можно представить, что нет границ. И ребенок начнет постепенно отстаивать свою самооценку, свое право быть собой, он не будет воспринимать ни мать, ни окружающих мужчин. Вот это вопрос, кто воспитывает моего сына, если не отец, и вопрос отца, действительно ли я могу, даю сыну то, что ему необходимо, они выводят отношения на совершенно иной уровень, на уровень ответственности. Поэтому наш клуб отцов называется клуб ответственных отцов. Отлично. Итак, мы сегодня завершаем программу, которая называется «Отцы и дети». Обсуждали интересную, увлекательную тему, я бы сказала, очень такую наболевшую для многих, не только для отцов, но и для женщин, потому что женщины все чаще и чаще говорят, что, ну, отец вообще не участвует, там, например, в воспитании моих детей, да, и мне приходится делать и то, и другое. Но сегодня, если вы слушали программу, вы понимаете, что и то, и другое делать у вас все равно не получится, поэтому давайте будем стараться более гармонично, да, воспитывать наших детей. И давайте получать, да, удовольствие от этого воспитания, потому что общение с сыновьями, общение с детьми, вообще с дочерьми, общение со своими детьми, со своей семьей, это, наверное, высшее благо, гораздо важнее, чем та работа, которую мы и работаем-то для них.
И воспитание — это вовсе не постоянное самоутверждение, да, это не постоянное состояние конфликта, да, потому что многие говорят, ну, я все время воспитываю своих детей, я уже устала от этого. А этот процесс, он должен быть увлекательным, а не тяжелым. Ну, конечно, воспитывать не значит кричать, да, и воспитывать значит это и себя, и своих детей, это счастье, это включенность в процесс, это счастье. Вот видите, как здорово. Вот именно на этой ноте мы сегодня и завершаем программу «Практическая психология». Со мной в студии сегодня был психолог, практикующий психолог, директор Центра кризисной психологии «Два крыла» Артём Скобёлкин. Спасибо, Артём, вам большое. Благодарю за то, что пригласили. Ну, а мы вам всем желаем: наслаждайтесь, живите, радуйтесь и будьте счастливы. Всего вам доброго, до свидания. «Практическая психология».